Всем привет, ты смотришь канал «Синдром Сметкина», и сейчас я хочу доехать до Дагестана, где я никогда не был, посмотреть его самые главные достопримечательности и показать их вам. Через 30 секунд вас ждет очень крутая новость. Для этой поездки у меня будет между ног вот этот вот мопед. Слабенький, но очень красивый, по документам 50 кубов. Я впервые увижу не только Дагестан, но и 95% всей своей дороги, на которую я однажды сунулся на велосипеде и от бесконечных сильнейших ветров и выжигающего солнца упал под фуру. Ах да, и вернемся к тем новостям, которые я вам обещал 30 секунд назад. Ребята, этот мопед я буду разыгрывать на этом канале, причем достаточно скоро. Но для того, чтобы узнать простейшие условия розыгрыша, как я хочу это сделать, тебе придется посмотреть целиком этот ролик. Условия по розыгрышу будут в совершенно случайной минуте этого видео. Расстояние у меня будет чуть меньше 2000 километров, навалить я их хочу край за 3 дня. На ходу я буду разбираться, где и когда спать, и нужно ли спать вообще. В эту минуту я должен был стартовать на этом мопеде в Мурманск, точнее в Териберку, но по техническим причинам пришлось эту поездку пока что отменить. Точнее, не отменить, а перенести. Не переживайте, Мурманск и Териберку вы все равно увидите на этом канале. Ребята, всем приятного просмотра, я погнал. Ну и пока вы не устали от просмотра ролика, всего лишь одна маленькая короткая рекламная вставка, благодаря которым, в частности, совершаются путешествия на этом канале. Почему для похудения стоит выбирать продукцию Гуарчибао? Полностью сертифицированная продукция в России, высококачественные технологии, используют современное оборудование, сертифицированное ЕС. Они помогают создать тело мечты, более 50 продуктов для похудения, красоты и здоровья. Продукции Гуарчибао доверяют в аптеке.ру, торговой сети «Золотой яблок» и «Детский мир», «Окей» и «Перекрестки». Важное конкурентное преимущество – то, что они 10 лет на рынке. Дополнительная скидка 250 рублей при покупке на Озон от 1990 рублей. Дренажный напиток Drainage Liqueur разработан специально для борьбы с водным весом. Он выводит из организма всю лишнюю жидкость, уменьшает отеки и объемы тела. Его состав полностью сбалансирован и натурален. Основной компонент – это экстракт арктических водорослей. Эффективно восстанавливает все виды обмена и избавляет организм от ненужной жидкости, которая накапливается в клетках и мешает их полноценной работе. Также в состав дренажа Гуарчибао входит декстроза и богатый комплекс витаминов для энергии и здоровья. Хит года – похудение без диеты, спорта. Худей правильно и натурально. Помоги своему телу наладить метаболизм и разблокируй своему организму путь к похудению. Скинь все лишнее, худей легко с Гуарчибао. Что у нас есть? Осталось проехать мне 1750 километров. Вчера я приехал на этом мопеде из Москвы в Рязань, то есть проехал еще 200 километров, но они были такие, вне контента, то есть я был пустой, ничем не загруженный, с практически свободной спиной, без кучи вещей, то есть я переезжал из дома в дом. Но это было 200 километров, на которые я все равно почему-то потратил около 5 часов, хотя я ничего не снимал по пути. Сегодня и в последующие дни у меня плана нету, как обычно. Но если я проеду меньше 600, я расстроюсь. Я буду ехать по дороге, которая называется, кажется, Старая М5. То есть путь у меня будет через города Тамбов, через Волгоград, через Элисту. Кстати, Элисту я очень сильно хотел посмотреть, но не вскользь в формате проезда мимо, а прям хотел приехать конкретно туда и снять, может быть, небольшой обзорчик про город. Но, скорее всего, это я сделаю на велосипеде. Сейчас у меня фактически старт этого мероприятия. С этого момента мне предстоит проехать 1750 километров. И я хочу как можно быстрее уже начать ехать, потому что ноги у меня источают литры воды в виде пота, которые образовываются под этими невероятно теплыми и непродуваемыми штанами. Слушайте, а какую интересную вещь можно сделать с моими штанами? Это получается, что
Раз они полностью расстегиваются, то я могу их расстегнуть, чтобы нога не потела. Вау, посмотрите. Даже носок уже промок. Офигеть. Это я сильно похудею за поездку. Кстати, у них есть прикольная такая штука. Смотрите, она штанина, чтобы быть покороче, подворачивается внутрь и приклеивается по всей длине на липучку. Прикольно, да? Вообще, такие технологические штуки для меня это прям совсем новинка. Давайте по пути заскочим в первый магазин. Я из дома выбежал, что-то не подумал. И даже не попил и не купил себе воды. И сейчас проедем еще немножечко вперед, и я буду вам показывать и рассказывать, что у меня за новинки есть с собой и вообще, что я с собой тащу. Да, жизнь очень интересная штука. Просто. Как вообще случаются такие ситуации, что ты, человек, который вроде бы разумный, вроде бы такой очень торопишься, делаешь все для того, чтобы поездка состоялась, крутая, качественная, ложишься пораньше спать, в ночь делаешь какие-то дела, все подгадываешь, подрасчитываешь каждые минутки, летишь, торопишься. И тут ты приезжаешь в Пятерочку, в которой перед тобой стоит человек, который закупает сигареты. Закупает самые дешевые сигареты и при этом выбирает в них, спрашивает ассортимент. И за каждой позицией для нее ходит на другую кассу. На другой кассе оказывается, что нет нужного количества. Она спрашивает другие сигареты, какие-то Ротманс, Ява золотая. Человек простоял в магазине, внимание, на кассе 17 минут. 17 минут. Ты можешь представить себе, что с моими ногами и туловищем за 17 минут вот в этой одежде, в жару 20 градусов, в теплом магазине? Путешествие, что ли? Ну да. Издалека? Да нет, из Рязани пока. Из Рязани? Ну пока. Да. А куда? В Дагестан. А? В Дагестан. В Дагестан? Ну да. На нем? Ну да. А номера-то не нужны? Я смотрю, крепление под номер есть, а... Не, вот 50 кубов по документам. 50 кубов, да, не трогают менты? Ну, пока не трогают. Ну, конечно, им не нравится это, что выглядит он больше, чем 50. А-а-а. Да, но по документам 50-50. Магазина. Ну а что, да, все работа, блядь, жизнь прошла. Мне иногда кажется, что я и молодым не был, вообще никогда. Просто вот раз, как миг один, блядь. Херово. Да? Пожалуй, что время подсчитывать бесполезно. Ну, потратили 17 минут, и ладно. Ну, еще 5 минут. 17 плюс 5, 22 минуты, что такого? Ну, подумаешь, там, 15 километров проехал бы. На 15 минут ближе к цели, 15 минут раньше дома, 15 минут больше увидел бы дочь. Да, ерунда какая-то. У меня не укладывается в голове, как можно курить. Ну, ладно, там, покупаешь пачку раз в какое-то время, но закупить сразу много пачек на 700 рублей. Ладно, если этот процесс был бы, ну, какой-то такой, знаешь, параллельный. Но она отняла так много времени у всех. Самое страшное, она потом еще достала 5000-ую купюру. Продавщица пошла на другую кассу ее проверять. И потом еще начала записывать ее номер в тетрадку, номер купюры. Короче, как-то странно, что курильщики так активно убивают себя и так активно у других разумных людей этим убийством отнимают время. Очень странно. Где-то какая-то промашка в этом уравнении жизни. Ребят, то, что вы у меня здесь видите, баночки с маслом, не надо по ним принимать решение, делать выводы о том, что я технически подкованный мистер-ремонтник мотоцикла. Это единственное, что я умею делать, это менять в нем масло. Время проходит, но мои умения чинить мотоциклы никак не растет. Поэтому мы все так же, как и всегда, будем надеяться, что в пути с нами ничего не приключится. А если что-то приключится, то моих навыков каким-то образом должно хватить для исправления этой ситуации. Но даже моих нулевых знаний хватает для того, чтобы не лить масло с бензином в бензобак.
с собой в эту поездку купил очень много вяленого мяса. Ну, разумеется, я буду это использовать не в качестве основной еды, а, ну, примерно как сейчас, когда я буду понимать, что, ну, где-то через 30 минут у меня будет голод, и я хочу его немножечко отдлинить, и до момента заезда в магазин буду перекусывать мясом. У меня с собой, наверное, его пачек 20. Захотел остановиться, потому что прям очень скучно ехать, грустно. Но в этот раз, чтобы было повеселее, я еду с одним наушником, ну, с одним для безопасности. Слушаю музыку, чуть попозже перейду на лекции, чуть совсем попозже перейду на автовоспроизведение своих роликов на YouTube. Я сейчас очень сильно кайфую. Кайфую от того, что я еду сейчас от своей родины, то есть от того места, где я родился и большую часть своей жизни прожил. И, конечно, да, Рязань полна невероятных живописных мест, невероятно красивых природ, лесов, от которых многие люди просто хватаются за голову. А как это возможно? Почему такая красота? Но здесь вот это направление, по которому я сейчас еду, оно совершенно другое. Узкие дороги по одной полосе в каждую сторону, и красивые живописные деревушки располагаются на поворотах и на таких вверх-вниз затяжных подъемах в их спусках. Я проехал практически первую сотню, а это, в принципе, ну, 1/17 всего путешествия. Хорошо бы сегодня сделать треть, как я уже и говорил. Короче, я в восторге от здешних мест. Немножечко застрял. Опа. И где же мне бы спуститься? Вы знаете, мне очень нравится идея, куда я сейчас еду, но она в то же время такая волнительная. И те места, куда я сейчас еду, они просто основаны на первых трех ссылках из поисковика. Типа топовые достопримечательности Дагестана. Я сейчас еду в совершенно новое для себя место. Мне нужно увидеть его со всех красивых сторон. Мне нужно с красивых сторон показать его вам. Как будто бы первый раз в жизни сейчас увидишь Крым или Сочи. То есть в моей голове это настолько же не менее фееричная локация. А от Крыма и от Сочи я млею и расплываюсь в улыбке просто от одного только произношения этих мест. И есть ощущение, что Дагестан должен стать чем-то подобным. Настала пора залить бензин в бак. У меня бензина... Блядь, за***ло ты нахуй. Что тебе надо-то? А хули орешь тогда, если сейчас нюхаешь? У меня бензина показывает полбака, а это означает, что его там осталось ни насколько. Потому что километров 100-110 я еду, он с отметки полный бак не уменьшается вообще. А потом начинает уменьшаться и кончается, ну, наверное, километров за 20-30. Ну, в зависимости еще от того, насколько выкручиваешь. То есть сейчас, ну, здесь, наверное, осталось километров на 10. Выкручивал я, ну так, ручку знатно. Проехал, наверное, около 120 километров на полном баке. На таких трассах большая редкость, работающая подкачка. Хочу немножечко подкачать, потому что все-таки мод и стоял долго, и сколько-то он уже проехал. Ну а нифига, 3 атмосферы. Давайте для трассы сделаем 3,5. Я вам обещал рассказать про новинки и ништяки, которые есть у меня в этой поездке. Ну, кстати, в отличие от предыдущей поездки на этом же мопеде из Москвы до Абхазии, новинок не так-то и много, но есть некоторые, наверное, доработки. Как мы видим, вот эти вот оранжевые здоровые баулы, и эти оранжевые, в отличие от моих предыдущих, более водонепроницаемые. Ну и чтобы в них много чего влезало. В отличие от тех маленьких, в один из них влезает полностью вся моя теплая одежда, а в другой из них квартира. То есть все, что связано с жильем. Матрас, спальник, подушка, палатка. Ну и плюс еще из ништяков это вот этот вот комплект, во что я сижу такой прекрасно одетый. Это уже крутые, настоящие мотоциклетные вещи. А случился на мне этот комплект благодаря схожим интересам моего контента и Валеры, кому принадлежит магазин «Мотогир».
Валера много классного товара, и он изъявил желание помогать мне немножечко с реализацией моего контента, что я очень уважаю и ценю. И, соответственно, на почве этого будет укрепляться наша с ним дружба и, скорее всего, даже ваша с ним дружба. Потому что... Помимо того, что магазин MotoGear стал моим партнером в мотопутешествиях, у нас есть для вас совместная крутая новость. Крутой, красивый, качественный шлем я разыграю на своем канале. Как это произойдет, посмотри описание к этому ролику. Там будут все простые условия. Но на сайте далеко не весь ассортимент. Если тебе что-то нужно, то напиши ему в личку, и он привезет практически все, что угодно. Ну а если ты мой подписчик и скажешь ему об этом, то это будет плюс 50 к залогу вашего успешного диалога. Смотри, это вот та самая, которая гавкала, да? Гавкала ты, гавкала. Впереди Тамбов. По моим внутренним ощущениям, у меня до него осталось, наверное, километров 200. 98 километров до следующей заправки. Ну да, значит, что-то около 150 до Тамбова. В Тамбове есть Бургер Кинг. Ага, прям в самом центре города. Наверное, это для меня большой крюк. А что с вкусной точкой? Как обстоят дела? Такая же история. Я хочу где-то перекусить, в то же время провести эфир. Глобально ехать мне осталось, ну, по-хорошему, 4 часа. В этой поездке я что-то прям не хочу совсем жарить до талого, тем более сегодня талый настанет очень рано. Сегодня ночь будет холодная, 8 градусов. И свет у моего мопеда слабенький. Когда мы вдвоем ехали с Лехой до Абхазии, он хотя бы выезжал вперед и освещал. А сейчас, конечно, всего лишь 4 часа до ночи. И часа полтора-два из них, если займет эфир, и дать вот такой крюк в город, что-то это не очень классно. 1474 с заездом в Тамбов, а без заезда 1410. Нифига себе. Это охренеть как много. Это я накидываю себе треть сегодняшнего расстояния. Вы не поверите, но хреново дела обстоят даже с пятерочками. Совсем на трассе до Тамбова их нет. Потом, после Тамбова, на трассе их тоже нет. Отдаляем, отдаляем. И их потом все еще нет. 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 Ну ладно, из того, что я уяснил, что у нас на повестке дня. До Тамбова далеко, вкусной точки с Бургер Кингом нету. Стрим проводить придется как попало. Только что по дороге увидел сады, наверное, яблоневые, мне кажется. И у меня такие сразу флешбеки, как мы яблоки в универе собирали. Хотел туда залезть, но вот написано, что охраняемая территория. Ну, конечно, да, можно все равно просто прийти туда, но зачем? Если кто-то не хочет, чтобы там были другие, надо, наверное, соблюдать это. Ну, здесь мне уже ничего не помешало пройти. Класс. В этом что-то есть, да? Когда куча таких красивых деревьев стоят насаженные в ряд. Как будто бы у людей получилось обуздать их дикость. Время сейчас уже 6:30. Попробуем вот из этого замечательного места провести стрим. Параллельно сюда я, наверное, закажу еду покушать, чтобы мне ее привезли сюда. Заодно, чтобы это была еда на вечер, чтобы
Вечером в палатке я просто съел какие-нибудь гамбургеры и лег сразу спать. Нахожусь я напротив ЖД вокзала в городе Тамбов. Я так понимаю, что это, наверное, центр города. Все-таки я решил заехать в Тамбов, да, по причине того, что навигатор, наверное, дал какой-то сбой. И 60 километров не было такого крюка. Крюк был, по-моему, километров на 20. Я подумал, что, ну, наверное, терпимо. Не очень хорошая попытка у меня получилась провести стрим. Никто не мог подумать, что в центре Тамбова, прямо у вокзала, может быть отвратительный интернет. Тогда, получается, я зря сюда ехал. Я был уверен, что здесь хорошее качество связи и покушать получится. Зря жду еду. Зато придумал классный лайфхак. Знаешь, ноги у меня в штанах вспотели очень сильно. И ты в штанах садишься, в которых мокрые волосы. И когда у тебя ляжка, нога, жопа начинает внутри штан скользить, ой, такое ощущение, как будто тебя каждый волосок выдергивают. Я нашел способ, как просушить волосы. Эти же штаны снимаются, поэтому их можно расстегнуть сколько тебе нужно. И у меня здесь, в принципе, уже все достаточно сухо. Тот самый момент, ребята, тот самый момент. Внимание, стойте, не уходите. Возможно, это тот самый момент, ради которого вы посмотрели этот ролик досюда. Я в начале видоса вам обещал, что расскажу про условия конкурса, как вы можете забрать этот мопед. Я решил его разыграть модным сейчас способом, как это делают многие блогеры. Я подумал, а почему? Может быть, я уже на том уровне, когда тоже стоит попробовать так сделать. Я буду продавать купоны на этот мопед. Стоимость одного купона 320 рублей. Да, ты можешь их купить несколько, тогда твои шансы увеличиваются. Чтобы купить купон, в каждом будущем ролике, и в этом в том числе, я буду вставлять ссылку. Тебе нужно будет перейти в описание к этому ролику, и там будет ссылка. Ну, ты опознаешь, что это она. Скорее всего, там будет написано «Ссылка для приобретения купона, чтобы участвовать в розыгрыше мопеда». Ты попадешь на платформу Donation Alerts, с помощью которой ты просто со своей карточки оплачиваешь 320 рублей. Но, внимание, не забегай вперед, не надо пока оплачивать, дослушай до самого конца. Обязательно напиши мне номер телефона вместе с переводом. Без номера телефона я не смогу тебя идентифицировать. Если даже ты победишь, хотя без номера телефона я тебя даже не внесу в таблицу, 31 октября я позову, скорее всего, участников своего закрытого чата, чтобы мы вместе вот из какого-нибудь такого барабана рукой вытащили победителя. В прямом эфире все это будет проходить. И прямо в прямом эфире мы будем звонить тому самому победителю. Про закрытый чат. Что касается участников закрытого чата, я решил сделать такую скидочную программу, пока идет этот конкурс. Вход в чат у меня стоит 600 рублей, а купон отдельно стоит 320 рублей. И сейчас пока что идет этот конкурс. Давай так, за, ну, пускай 700 рублей ты можешь и оформить доступ в чат пожизненный, и приобрести себе купон. Ну, а тогда уж за косарь доступ в чат и два купона. Внимание, количество купонов ограниченное. Продажа будет обрублена просто ни с того ни с сего. Вот как я пойму, что хорош, ну все, прям дальше перебор. Больше продавать не будем. Случиться это может когда угодно. Я очень и очень надеюсь, что этот на вид бедный чувак не обнесет сейчас мой мопед. Хоть, конечно, все самое ценное у меня с собой. Скажите, а где могут быть влажные салфетки? Проводи, пожалуйста, молодой человек, влажные салфетки. Сейчас нас надо. Ага, спасибо большое. Вы ушли с маршрута. Так, все тут на месте. А подойди сюда. Спасибо. За то, что ничего не украл. Чизбургеры, извините. Вот черт-то, а. Ну, ну, как-то так. Like
Looking like a thunderstorm, oh, here we go, 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 go. You're easy to remember, so hard to forget. And the baby is a coward. Только что хотел поделиться мыслями, но после неудачной заправки делиться придется совсем другими мыслями. Время 8 часов вечера. Я еду и размышляю о том, что я хотел топить до Талова, но где, интересно, граница этого Талова? Сегодня такая кайфовая поездка. Я не помню, чтобы я когда-то в последний раз пребывал в настолько вообще в восторженных чувствах и эмоциях. Я не знаю, у меня какая-то прям и ностальгия какая-то, и тоска по дому, какая-то, знаешь, и невероятное желание скорее все это дело завершить, чтобы увидеть свою любимую жену и дочку. Но и в то же время я еду и наслаждаюсь прям всем происходящим. И, как всегда, есть такой момент. Момент, когда надо умудриться не просрать наступление холода и наступление темноты. Сейчас буду накидывать факторы, по которым вы должны больше, лучше понять, наверное, настроение поездки и как я ее хочу сделать. Я не хочу тратить много времени на приготовление еды, поэтому, в принципе, я буду перебиваться пятерочками, какими-то там фастфудами и так далее. Через час будет уже точно темно. Через час уже будет намного холоднее. Сейчас уже температура упала на 3 градуса, но я не хочу переодеваться в теплое. Вроде бы мне относительно нормально, и километров по 20 можно ехать, не доходя до замерзания. Если останавливаешь, такой, ох, ох, чуть-чуть прогрелся, все, холод вроде бы отогнал. И какой смысл переодеваться, чтобы ночью проехать дополнительные полчаса, я не понимаю. Свет у моего мопеда слабоватый, значит, в темноту я буду ехать очень медленно. И зачем тогда вот эта нужна попытка обосрательски тупых преодолеваний 20-30 километров в темноту? Надо сейчас заканчивать день, если сейчас уже солнце вон зашло, ну вон, его уже даже не видно, оно прям совсем малюсенькое за деревьями. О каком быстром преодолевании километров может идти речь, если я в 8 хочу идти на боковую? Но с другой стороны, если я в 8 сейчас начну спать. Ну, не 8, даже если я найду место, к 10 все, будет расставлена палатка, я уже буду лежать. С 10, ну, в формате поездки, плюс эта палатка, ну, край до 4, до 5 утра, я прям просплю это, я буду прям благодарен всему на свете, это будет подарок богов. Если с 5 начать завтрашний день, ну, он должен быть потрясающим. Это сегодня день оказался почему-то менее потрясающий. Хоть я топил на максимум, но я сегодня проехал точно меньше 300 километров. Как бы я ни херососил нашу езду с Лехой, когда мы проезжали в день всего по 400, блин, оказывается, это был, кажется, шикарный формат. Ну ладно, я ехать сегодня начал почти с 12. Я не помню, сколько я проехал на этом байке, но следующая заправка, сука, а она такая же, этой же сети и предыдущей сети рядом, они только через 45 километров. Если у меня сейчас начнет стрелка уменьшаться, это будет фатал. Там-то я и останусь ночевать. Да, в таких поездках, помимо съемки контента, да, то, что отнимает очень много времени, также очень много времени отнимают какие-то непредвиденные ситуации, типа резко захотел поссать, типа вот такие вот конченые заправки две штуки подряд, типа люди-самоубийцы, которые тратят по 700 рублей по 17 минут, чтобы навредить другим и навредить себе. И в эти моменты, ну, я понимаю, что ничего критичного не происходит, у меня нету четких сроков, на улице тепло, никто ни от чего не страдает. Хошь тут остановись, хошь там остановись. Но от этого изобилия вариантов, сука, еще сложнее все становится. Может просто пойти вот в этом вот, в поле, что это, картофель? Лечь в этом поле и завтра уже совсем разобраться. Разбор и сбор лагеря у меня будет куда быстрее, чем на велосипеде. Я это все запихиваю в одну очень удобную сумку, которую просто прикручиваю на мопед. Мне не нужно 4 разные сумки укомплектовывать и идеально развешивать по велосипеду. Вот такие вот размышления, которые ни к чему меня не привели. Буду ехать дальше. А, нет, ссать очень хочется. Здесь как-то нехорошо это делать. Заходить в заправку. Да пойду в заправку. Нет, я не хочу лишний раз отходить от мопеда. Не хочу. Или хочу. Господи, да сложно выбрать даже из двух таких элементарных вариантов. С этими Яндекс.Заправками я совсем забыл о том, что бензин-то можно оплатить просто деньгами. Представляете себе, я бы лишился бензина из-за того, что такой стою на заправке и не смог оплатить. Ну вот, минус еще один стресс-фактор. Хорошо, что я подъехал, представляете, я забыл крышку закрутить. Ну да, до этого меня только что волновала идея того, что как я могу где-то переночевать,
когда с утра проснусь, и у меня не окажется бенза. Теперь минус одна проблема. Теперь я могу просто ехать до замерзания, просто где-то остаться в красивом подходящем месте. Слушайте, 2 литра влезло четко. С ума сходить не буду. Думаю, полчасика еще проеду. Иначе дальше уже будет темнота. А по темноте не прикольно ни ехать, ни ставить палатку. В этом году у меня много продукции Dex Shell. Конкретно эти перчатки я сейчас первый раз буду на себе испытывать. Если ты знаком с этой продукцией, у тебя в планах было ее купить, или сейчас, прямо после этого ролика, ты захочешь залезть на их сайт. Сайт их есть в описании у меня. А сейчас на экране и также в описании есть промокод с 15% скидкой на покупку их продукции. Там шапки из мембраны, носки из мембраны, дофига всего. 485 километров. Завтра поверну. Врываемся в дорогу. Вау. Еще попытка. Но это прям правда какая-то такая, совсем официальная дорога. Мне кажется, что по таким дорогам могут ездить люди, которые могут бить других людей. Собака, а? Ну нет, ну не. О, какое-то такое, ой, как темно. О, не люблю. Заедем еще в один общественный туалет. Ну а здесь видим, что лес вообще весь порос молодняком. То есть там даже между деревьев даже вообще никакой поляночки нету. Не знаю, может быть, рисковать и тратить время, чтобы ехать вот в те посадки. Слушайте, а, блин, насрать. У меня же внедорожная резина. Правда, здесь нету никакого леса. Если пойдет дождь, то я буду совсем без защиты. Мы вернулись на маршрут. Отлично. Ха, ага, конечно, вернулись мы. Ой. Ну вот знаете, по моим внутренним ощущениям, которым я доверяю, которые я не очень сильно могу описать для вас, но мне они понятны. Вот эта полянка мне почему-то не кажется стрёмной. Она мне даже нравится. Дорога вон там. Главное с утра не забыть, как я сюда приехал. Да, буду ставить палатку здесь, с второстепенной дороги, по которой, наверное, никто не ездит, тем более ночью. Меня не видно. С основной дороги меня не видно. Не под деревьями, но зато так, наверное, будет проще с клещами. Ну, конечно, из минусов здесь еще полное отсутствие интернета. Настолько отсутствие, что я не то что сейчас ничего не смогу поделать и поработать. Отсутствие его даже для связи с домом. Но я не очень люблю, когда вечернее, ночное время в палатке проходит с нулевой продуктивностью. Все-таки надо хотя бы смотреть вперед, там, да, по маршруту. Что, где, что меня ждет, куда следовать. Посмотреть вообще по Дагестану, какие там места. Также, ребят, еще из ништяков, ну, для меня и для вас, то, что в этом году у меня очень много фонариков вот этой вот фирмы, Armitek. Сейчас я его буду как следует испробовать. У него есть вот такая вот штучка для того, чтобы его цеплять на голову. Йоу. Ха-ха-ха-ха! Кто здесь нахер путешественник? Почти настоящий. Ха! Путешественник почти 80-го левла. Йоу. Сейчас попробую делать, как крутые дядьки. Когда ты со светом, но руки у тебя свободны. И ты можешь собрать палатку в ночи. Сделаем на самый слабенький. Ну что, давайте разбирать, что у нас тут есть. Проблема всегда первого дня – это вспомнить, где что. Как мне кажется, я все складывал очень логично. Оп, термушечка. Это самое святое. Самый ласковый момент в конце каждого дня, каждой поездки. Пол палатки. Ну, в смысле, не половина палатки, а в смысле дно. Палатка. Колышки. Подушка новая. Не пробовал. Сейчас узнаем, как она. Теплые носки. Это самое милое. Мой матрас. Мой спальник. Нулевка. Пока что будь здесь, чтобы тебя никто не заполз. Мне не очень нравится, как стоит мопед. Я думаю, есть варик его откатить еще немножечко туда. Ой, телефон. Да еб твою мать-то, блядь, телефон.
Ой, рюкзак, ты отправишься ко мне в палатку, поэтому давай, пожалуйста, без клещей тут. Ну что, где будем ставить? Где, по-вашему, здесь ровное место? Или пофигу? Все, знаешь, глобально почти пофигу, мне кажется. О, как много места. Странно, только что перевернул с изнанки на лицевую сторону, а она оказалась наизнанке. Кстати, ребята, тамбовский волк – это же просто случайное словосочетание, да? Ведь так? Йо-йо-йо, тихо-тихо-тихо, полегче. Ну же, вставляйся, что ты делаешь мне голову здесь? Так. Ребят, по поводу моего оборудования Nature Hike, которым я пользуюсь, я вам рекомендую его брать там, где я вам скажу. Сайт есть в описании к этому ролику, ну, либо я могу его написать, конечно, на экране, но он будет некликабельный. Есть такой классный мужичок Сергей Гориев. Он является официальным представителем в России Nature Hike. И у него полным-полно продукции этой фирмы. Я это все брал у него. Плюс его, в отличие от интернет-магазина, в том, что он действующий и очень активный путешественник. У него огромный ассортимент, приемлемый ценник. Ну и самое главное, это консультация. Мне, конечно, так нравится, что я выбрал такое классное место. Но вход у меня находится напротив этого... Ну это вроде не муравейник, это, наверное, просто кочка, да, земляная. Не вижу здесь роя муравьев, либо я увижу их у себя ночью в палатке. У меня палатка Nature Hike Cloud Up 2, это двушка, двуспальная. Она ультралегкая. Почему я взял ее, а не однушку? Потому что в сложном виде ни по весу, ни по объему от однушки она не отличается. А вы представляете, ребят, понимаете вообще то, что я сплю на земляничном поле? Смотрите, сколько здесь будущих земляничин. Здесь просто ковер из земляники. И вот такой вот у нас даже маленький предбанничек есть. Обувь поставить, например. Сейчас надо посмотреть, что у меня остается в мопеде из того, что я бы не хотел, чтобы это крали. Но остались финальные штрихи. О, новый личный рекорд. 8 вдохов. О, чувствую, как отмирают нервные клетки в мозгу. Вот это да. Вот это вштырило. Странно, у меня все такое черно-желто-серое. Прям в этот раз. Спальник нужно расстегнуть. И туда же. Спальник у меня тоже Nature Hike. Также от Сергея. Нулевка пуховый. А, смотрите, прикинь, вы видели? Я только недавно сам узнал. Ну, в принципе, ключи от мопеда я постоянно держу в руке, да? Но я только недавно обратил внимание, что это брелок. Прикинь. Свои штаны я попробую переодеть прямо сейчас. Попробую воспользоваться их самой козырной фишкой. Расстегнуть их до самого конца. Офигеть, ребята, это реально работает. Ну ладно, это тоже полезная функция. Штаны смогут полностью просохнуть. Недавно хотел задать вопрос. Странно, а где же все комары? А они такое ощущение, что с огромным отставанием откуда-то издалека летели за мной. И вот сейчас долетели. Так, очень была странная и плохая идея надевать термух таким образом. Фу, там теперь все в траве. Но очень неохота раньше времени снимать ботинки. Шлем можно хранить тут. Рюкзак можно поближе сюда. Окей, что у меня здесь? Ну, если украдут зубную щетку, я переживу. Гамак с трудом переживу. Любимую шапку не хочется переживать это вообще. Селфи-палку, блин, заново отдавать 4 рубля за нее. Пиво, которое я везу с собой в Дагестан, кокосовый портер. Не смогу пережить. Отлично, но меня мучает вопрос, а где средства от комаров клещей? Клево, класс. Газ, ты прости, но я тебя должен потревожить. Вот это я дал, конечно. Убрал, сука, в самое доступное место. Хорошее средство, кстати, личная рекомендация. Там, где комары бывают, после его использования, они реально перестают быть в радиусе, наверное, 20 метров.
Да будет свет. Нож. Положи его тоже рядышком. Рядом с газовым баллоном, во всяком случае. И даже есть время немножечко почитать перед сном. Осталось куда-то успешно вот это все распределить, чтобы мне это нигде не мешалось. Ну, мопед, извини, что я тебя покидаю. Уверен, ты справишься как-нибудь сам. Да и уверен, что справляться-то не с чем будет. Но я не очень хочу, чтобы на меня смотрели с улицы. Стало сделать вот эту новинку. Ого, ты будешь такой огромный. Есть ощущение, что ее не нужно надувать до самого конца, чтобы она оставалась немножечко мягкой. Вот ее протестируем. Ничего профессионального, ничего серьезного. 320 рублей. Магазин «Глобус». Это просто невероятно, ребята. Мне даже немножко страшно становится от набираемого уровня профессионализма всего того, в чем я нахожусь. Ну, кажется, до завтра. Дагестан, я приехал. И для этой поездки у меня будет, и для этой поездки между ног у меня будет вот этот вот. Сайт на Валерин. Сайт Валериного магазина я напишу сейчас. Вот здесь на экране сейчас сайт Валериного магазина, а так менее потрясающий. Хоть я топил на максимум, но... Мне так нравится этот монолог невозмутимости с самим собой, когда ты ищешь место для ночевки. Это, знаешь, ты похож на студента, который пошел в клуб для того, чтобы найти себе особь для соития. Сначала ты такой избиратель и ищешь что получше, а потом на рассвете ты берешь то, что осталось. Ты как собака, которая ищет место, где посрать. Бегаешь, тыкаешься, кружишься, тратишь на это время, а потом просто остаешься там, где хотя бы можно как-то пролезть сквозь текстуры. Так, продукция Гуарчибао доверяет аптеку.ру в торговых сетях «Золотое яблоко», «Окей», «Детский мир», «Перекресток». Продукции Гуарчибао доверяют в аптеке.ру, в аптеках.ру, в аптеке.ру. Продукции Гуарчибао доверяют в аптеке Рю. Продукции Гуарчибао доверяют в аптеках Ру, торговых сетях «Золотое яблоко», «Окей», «Детский мир». Я хотел сказать «Перекресток», не поверишь, но я думал, это лажа какая-то, типа фейл, типа я придумал. Продукция, ну ставим повыше. Сейчас начну потеть, это будет майка темного цвета. Продукции Гуарчибао доверяют. Ты теперь смеешь меня. Давай за затылком повернись. Нет, так лучше буду. Вот. Нет. Боль передалась мне самому. Сильно больно? Да. Как смешно. Нет, не смешно, видишь? С трудом смеюсь. Ну все, давай, собрался. Продукции Гуарчибао доверяют в аптеке.ру. Ты думаешь, это мне помогает название торгового бренда вспомнить загибание пальцев? Продукции Гуарчибао доверяют в аптеке.ру, торговой сети «Золотое яблоко», «Окей», «Перекрестки». Продукции Гуарчибао доверяют в аптеке.ру, торговой сети «Золотое яблоко», «Детский мир», «Окей» и «Перекрестки». Теперь надо сюда по камеру.